что вы делаете, должно помогать людям. Удачи вам с понедельника и счастья до воскресенья. И так каждую неделю. Это проект «Поговорим». С вами Мария. И Владимир. Мы что-то не спустим, что где наши ведущие? Где у них? Ну, чем может заниматься человек, у которого сегодня день рождения? Оля, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе счастья, здоровья, благополучия и успехов во всех делах. Будь всегда счастливой и радуйся жизни. Сейчас и сегодня, потому что жизнь, она скоротечная, не успеет оглянуться и уже с днем рождения. Оля, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Пусть тебе встречается еще больше добрых, искренних людей, которые легко будут дополнять твой круг веселых и преданных друзей. Удачи, успехов, еще больше счастья и позитива тебе. С днем рождения! В первую очередь хочу пожелать тебе счастья, мира и добра. Спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты меня всегда поддерживаешь и понимаешь. Мы тебя все очень сильно любим и ценим. Поздравляем тебя всей семьей и желаем всего самого-самого хорошего. С днем рождения! Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всяческих творческих успехов, процветания твоему великолепному проекту, большой-большой любви и благополучия.
рождения только. Хотел поздравить тебя с днем рождения. Хотел прочитать небольшое стихотворение. Родится зимой особое счастье. Не каждый росток пробивает снега. Не каждый выносит ветер ненасти и толще колючего скользкого льда. В тебе есть особая теплая сила. В тебе есть удача, везение, любовь. Из каждой проблемы выходишь красиво, печаль побеждая вновь и вновь. Оставайся такой же позитивной, замечательной, классной. А мы от проекта поговорим, передаем тебе поздравления. Вот дожили. Голос чужой. Медведь этот на меня не похож. А что делать? Сам лично не могу тебя поздравить. Вот приходится таким способом, виртуальным. Ну ладно. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Где же он, черт? Художники, ядрить их! Могли бы покрасивее букет нарисовать. В общем, еще раз с днем рождения. И обещаю, на следующий год поздравлять буду только лично. Да и повидаться уже охота. Товарищи, внимание! Вот каким-то таким удивительным образом прошло уже 20 лет, как ты у нас есть. 20 лет — это, конечно, уже срок. Да. В хорошем понимании этого слова. Я вас поздравляю. И с этой минуты, за все эти годы, не у меня, не у всех наших родственников не было времени, чтобы заскучать рядом с тобой. Поэтому я говорю сейчас вот от имени не только себя, но и всей нашей семьи. Ты родилась в замечательный, чудесный зимний день. Ты согревала меня еще до своего рождения и делаешь мою жизнь ярче сейчас. Твой позитив, энергетика, которую ты несешь в этот мир, она способна изменить реальность всех тех, окружает тебя. Ты внеся свет и тепло в жизнь людей. Эта способность дана тебе как дар небес. И ты должна беречь ее, потому что она иссякнет, если ты будешь ее распространять на всех подряд. К этому прекрасному сочетанию качеств я хочу пожелать тебе гибкости и осознанности принятия решений. Вся наша жизнь, она состоит из принятия решений больших и маленьких. И принимая важные решения, я желаю тебе, чтобы ты не делала это как обычно, по шаблону, исходила из той ситуации, которая сложилась именно сейчас, в данную секунду, действовала адекватно тому, что сейчас на данном этапе жизни нужно сделать. Поначалу это сложно, но пройдя этот первый этап, дальше будет легче, и он точно стоит этого. Сейчас для тебя наступает время действий, поэтому я говорю тебе: дерзай, твори, пробуй и делай. И при умелом обращении с нами, со своей семьей, семейной системой, ты получишь огромную поддержку, изобилие и жизненный опыт. Это судьба и жизнь многих людей. Будь гибкой, оставаясь при этом собой. И ты сумеешь пройти свой жизненный путь по судьбе. А твоя судьба – это радость. Радость в твоей собственной жизни. И радость будешь дарить другим окружающим себя людям. Будь здорова, счастлива и взаимно любима. Я рада, что у тебя есть друзья. Я благодарю вас, друзья, за тот проект, который сейчас осуществляется. Я благодарю особенно Алексея и Владимира, как инициатора этого проекта. И в заключение скажу: мой маленький ангел, я тебя вижу. И мне, для меня честь действительно прийти и поздравить вас. Прямо сейчас на телефон идет прямая трансляция ВКонтакте, в Фейсбук и в Твиттер. Так что сейчас идет прямая трансляция на три площадки. Короче, дорогой ребенок, мы вот поздравляем тебя с днем рождения с Алексеем. Да, мы тебя поздравляем с днем рождения. И хотим тебе сказать: с днем рождения. С днем рождения.
Оленька, большущий тебе привет, это Фил. Я хочу поздравить тебя с днем рождения. Я, когда всегда приезжаю в гости к вам в Минск, с огромным удовольствием встречаюсь и с вашим каналом, и с тобой. Поэтому я желаю тебе всего самого хорошего, того, чтобы ты добивалась больших интересных высот, пообщалась с максимально большим количеством интересных тебе людей, ну и, конечно же, чтобы мы с тобой обязательно встретились в этом году, когда я приеду в Минск, или, может быть, ты к нам приедешь в Санкт-Петербург. С днем рождения! Дорогая Оля, поздравляем тебя с праздником, желаем тебе всего самого хорошего, море удачи и дачи у моря. Желаю тебе такой же классный, качественный.